Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там? Почему никто ничего не говорит про оскорбление моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайр Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайра и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора, после того, как Конор первый ударил моего другого брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца, и если вы все-таки решитесь его уволить, то, и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаете, и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца, сказал Хабиб Нурмагомедов. Хабиб, по крайней мере, дрался один на один. Потом за оскорбление отца один прыгнул в толпу, а эти толпой прыгают на одного. И по виду они, конечно, если бы сидел, я думаю, Хабиб Нурмагомедов в этом кафе, что-то мне показывает, чтобы они тихо скулили и говорили: здесь, пожалуйста, можно автограф взять? Built for this, yeah. As the clock ticks, watch how really get stand.